Голоценная эпоха для пацана, это все же эпоха Тарзана. Не дороже кино, папиросок цена, и чернила дешевле нарзана. И сапожник в подвале сидит без сапог, в кинобудке механик-сапожник. Только он проживает на свете без ног, потому начинает попозже. На афишах названия одно за одним, перекупщики жаждут улова. Только вору плевать, мостовые под ним, он не ходит на мост Ватерлоу. Где ж ты, девушка ихней тюринской мечты? Здесь подружке не скажешь «майн-либе», но зато при проборе и шарфики ты, и рука на желанном изгибе. На экране Вайсмюллер по джунглям летит, и прочнее каната лиана. На экране Вайсмюллер по джунглям кричит, и лиана не лениньяна. А по залу дымок от блатных папирос, а по залу дымок самосада. А на ручках дверей купорос, купорос, и плакат кинодивы с фасада. На экране героя целуют в засос, юбку медленно приподнимая. В зале спички скрипят, в зале семечек спрос, ах, как семечко переполняет. Эти песенки — это немецкая речь, эти титры внизу перевода. Словно Марик Орёк спросит «Sprechen Sie Deutsch?», отрывая билетик у входа. Спасибо.